Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритец Тур. Это видео – обзор содержания смеющихся горлиц в городской квартире. В интернете много позитивных отзывов про горлиц. Горлица – это птица мира. Не кричит, не кусается, не мусорит, легко приручается. Просто ангел. Мы купили у заводчицы двух птенцов. Возраст примерно 2-3 месяца. Они жили у заводчицы в большом вольере вместе с другими горлицами и попугаями породы карела. У нас им досталась просторная клетка после нашего сенегальского попугая Проши. Хочу отдельно рассказать про адаптацию горлиц в городской квартире. Первые сутки птички не кушали и не пили. Мы были очень удивлены. Как можно сидеть на кормушке и не есть, сидеть на поилке и не пить? Мы позвонили заводчице, она посоветовала насыпать корм на дно клетки, водичку поставить тоже на дно. И, о чудо, птицы стали кушать и пить. Кормушки и поилки они привыкали неделю. Купаться они пошли на второй день, причем купались сразу вдвоем в одной купальне. На руки птицы не идут, а зернышки клюют из рук или из крышечки. Голос у белой горлицы очень красивый. Он говорит «ку-ку-руку, ку-ку» и громко смеется. У бежевой горлицы голос тихий и невыразительный. Очень сложно было приучить птиц вылетать и возвращаться в клетку. Этому они научились только через месяц. В интернете много статей, чем кормить горлиц, но они клюют только зерна. Глотают камушки для птицы, грызут мелок. Творог, яйцо, тертое яблоко, морковку, листья салата, кашу полностью игнорируют. Теперь о неприятном. Я заметила на хвостиках горлиц блох. Птицы были мною обработаны специальным препаратом, купленным в ветеринарной аптеке. Блохи исчезли. Первое время наши горлицы жили мирно. Они вместе кушали, ходили друг за другом, когда гуляли вне клетки, спали клетки на одной жердочке. Через 2 месяца птенцы подросли и стали выяснять отношения, то есть драться. В итоге белая горлица оторвала куски от клюва у бежевой горлицы в 2 местах. Пришлось отдать знакомым белую горлицу. Бежевая горлица живет у нас почти 3 месяца, но более ручной, чем в первый день нашего знакомства, она не стала. Честно говоря, не ожидала от милых птичек такого поведения. Если у вас жили смеющиеся горлицы, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями внизу под видео. Всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк
делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. И до новых волнующих встреч, друзья!